Сегодня на мосту, ведущем на промзону, произошло серьезное ДТП. Столкнулись ВАЗ-2108 и Hyundai. По предварительным данным, автомобиль российского производства на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в иномарку. Как рассказал сам водитель ВАЗа, ДТП произошло после того, как его подрезал проезжающий мимо Nissan, и он, пытаясь уйти от столкновения, потерял управление на скользкой дороге. Серьезно пострадала водитель Hyundai. С места аварии девушку увезли на карете скорой помощи. По предварительным данным, автомобиль Hyundai двигался в сторону города от кольца с промзоны. Автомобиль ВАЗ двигался с моста в сторону кольца. И произошло между ними столкновение. Ведется следствие, обстоятельства и виновные будут устанавливаться.